научи меня, Боже, любить, всех в округе теплом согревая, и как солнце любовью светить, свое сердце другим отдавая. Научи меня, Боже, любить, сердце другу свое отдавая. Научи меня, Боже, терпеть, даже если в лицо все насмешки, боль скрывая, в скорбях не робеть, помолясь за врагов безутешных. Научи меня, Боже, терпеть, за врагов лишь молясь безутешно. Научи меня, Боже, прощать, даже если простить невозможно, но с прощением обиды унять и любовью покрыть осторожно. Научи меня, Боже, прощать, ведь покрыть все любовью можно. Научи меня, Боже, молчать, когда хочется быть самым лучшим и так много другому сказать, но смириться молчанием нужно. Научи меня, Боже, молчать, ведь молчание золотом служит. Научи меня, Боже, страдать, всей душою переживая, и все лучше другу отдать, в его горе ему помогая. Научи меня, Боже, страдать, жертву другу себя отдавая. Научи меня, Боже, терпеть и прощать, и молчать, и страдать, и за ближнего жизнь не отдать. Спасибо, Господи. Здравствуйте, дорогие мои! С вами передача «Лаврские встречи», я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях Марина Рогоза. Здравствуйте! Мы продолжим наш диалог. Вот мы в прошлой передаче остановились на искушениях, на преодолении искушений. Знаете, когда веду передачу, у меня столько разных мыслей возникает и по поводу... ну, текстов по поводу, ну, всего. Да. И бывает, что забываешь, думаешь, ой, сейчас бы вот остановить и высказать какую-то мысль хорошую. У меня... И вот сейчас песню вы пели, у меня такая мысль была, что вот у нас с нами происходят разные ситуации жизненные, и мы все время ищем ответа вот на эту ситуацию. Где-то книжку откроешь, Евангелие, помолишься, ждешь ответа, что Господь тебе пошлет ответ через чего-то. Мы уже так научились. Не где-то там, не каким-то приметом, там, не как это раньше делали. Да. А вот именно ждать, когда Господь пошлет через что-то. И я подумал, знаете, как мысль возникла, что через песни может прийти ответ. Может. Почему вот пасторали, там женщины плакали? Потому что они получили ответ на какие-то... Они сами не могли себе как-то, ну, выразить это в словах. И вдруг они услышали, как это в каких-то двух-трех строчках... Все просто. Все, они так услышали, да. И все решили, что все просто. Вот. Да. Вот как это? Научи меня, Боже, страдать. Как это можно научиться страдать? И это же, можно сказать, абсурд, попросить у Бога научиться страдать, когда люди избегают страданий. То есть научи меня, Господи, переносить страдания достойно, да? Так я понимаю? Да, конечно. Вот. И вот это, ну, в продолжении нашего разговора предыдущего,
по поводу преодоления искушений? Вот у вас есть какой-то способ? Не то, что способ. Бывает просто все, все. Бросаешь все и говоришь, все, мне это не надо. Но искушений очень много, да, и нападков, и искушений, и все-таки у меня дети. И я молюсь, Господи, забери каким-либо образом от меня это, потому что, видно, мне, может быть, это не понести, мне, может, не по силам, у меня бывает муж ропщет или еще что-то. Ну, какие-то разные ситуации. И вот когда я так молюсь, мне посылается какая-то обязательно весточка, либо кто-то письмо доброе напишет, либо у меня приходят мысли, я песню пишу. Бывает даже такое. Либо какая-то мелодия хорошая. Вот я в таком состоянии бывает, а потом я так раз успокаиваюсь, беру гитару и пишу. Как утешение, да? Да. И думаешь, а вроде бы и не все и так плохо. И надо как-то, наверное, находить способы, да, и как-то идти дальше через все это, через все эти искушения. У меня вот тоже гитара помогает. Я на какое-то искушение серьезное, вот и все. Я беру гитару и начинаю играть. И я вхожу в этот, в звуки, начинаю что-то петь или сочинять что-то. Или что-то вдруг у меня какое-то вспомнится, какая-то песня. Не знаю, она как-то вот. Я начинаю играть, и вдруг меня отпускает. И я по-другому начинаю осознавать этот момент искушения. Да. Оказывается, в основном бывает, что причина во мне. Ну, это же я переживаю, да. Правильно? Да, да, это, да. Это мне сейчас плохо. Это меня обидели. Это мне это обидно, меня унизили. Да. Вот. А я беру гитару, и мне как-то раз... Все так успокаивается и сразу. Вот, может быть, поэтому может, люди... Может, у всех творческих людей да, так. Люди, может быть, поэтому играют, и, чтобы выходить из своих собственных состояний. И когда ты можешь, уже у тебя опыт есть, выход из этих состояний, ты этим можешь поделиться и с людьми. Но я себя не слушаю. Вот когда у меня какое-то состояние, я лучше слушаю других. Мне помогают другие. Я сама себе не помогаю. У меня такой тоже способ есть. Я слушаю Олега Коржинского, слепого. Вот музыканта. Мне Сергей Киселев помогает. У каждого свои, да, свои способы выхода. Ну, то есть в любом случае можно найти выход. Да. А через творчество, через искусство тем более. Тем более, конечно. Ну и нам дана песня. Вот мы же сейчас мы должны в этом жанре это донести находимся. Еще и до других, правильно, людей. И то есть не только, возможно, вот, кстати говоря, мои песни очень часто пишутся, вот часто люди говорят, ой, так все негативно, все так плохо, но потому что я пишу ее в таком состоянии. Я никогда не иду по улице, ля-ля, солнце светит, и я пишу песню. Такого нету. Она почему-то пишется именно в скорбях. Вот почему так? Вот я не знаю, у меня почему-то она в скорбях чаще всего. И поэтому они и все это переболевшее, или там у меня про ссоры, да, допустим. А что вы так часто ссоритесь, да? Да нет, мы поссорились там, у меня всего-то две песни. Две ссоры. Всего две ссоры это и было. Их как бы и немного, но песни вот почему-то... А завидуют вашему вот семейному счастью люди? Как это влияет, как-то... Но вы же не сейчас знаю. Вы говорите, у меня там 7 детей, а у кого-то вообще кто-то молится там десятками лет, хотя бы одного ребеночка вымолить, хоть какого-нибудь. Они же смотрят и им как бы могут позавидовать. Ой, думали батюшка, об этом. Мне кажется, все в руках Божьих. Мне однажды сказали, я не знаю, можно это говорить или нет, но мне однажды сказали, у вас детей не будет. Понимаете? Вот. И мы создавали семью, как бы, зная о том, что у меня их может не быть. А Господь все по-другому управляет. Это же все в руках Божьих. То есть мы... Ну, то есть надо положиться просто, просто на волю Божию. Божию. Просто вот на волю Божию. Во всем. Да, мне кажется, что только... Следующая песня. Следующая песня. Да. «Я не прощу» называется. Ого! Как же легко забываем добро мы, что нам любя дарят друзья. Но помним мы то ненужное слово, что милый друг произнес горяча, и волю дав нашим неизменным мыслям друга черня, не прощаем виня. А у него со
сокрушенные чувства, а у меня бушует война. Я не прощу, простит ли Господь мне мое зло, что в сердце живет. Малое зло простить не могу, как же Господь простит жизнь мою. В храм приходя, молим мы Господа, чтобы оставил наши долги, а у самих тех долгов целый воз с собой. Ну и зачем их сюда принесли, скажет Господь, к другу пойди сперва и примирись, и все прости, а уж потом с чистыми мыслями ты за прощением к Богу приди. Но я не прощу, простит ли Господь мне мое зло, что в сердце живет. Малое зло простить не могу, как же Господь простит жизнь мою. Будем прощать, будем любить мы и обходить зло стороной. Нам бы забыть все горя, обиды и жизнь начать душой. В малом простим не другом мы своим, пока живем жизнью земной, тогда и нам сможет Господь все смыть наши грехи чистой рукой. Если прощу, простит Господь мне мое зло, что в сердце живет. Малое зло простить я смогу, тогда Господь простит жизнь мою. Малое зло простить я смогу, тогда Господь простит жизнь мою. Марина, вот все, что я слушал, и вот сегодняшний наш разговор, я все время тоже думаю, что я могу сыграть, что я могу спеть, чем я могу ответить, чтобы был такой диалог музыкальный, у нас же передача музыкальная. И вот я вспомнил песню, я давно ее не играл, не знаю, как она получится, она называется «Вера». Вот. Специально для вас. Она пришла, и все изменилось в том королевстве тусклых зеркал, как будто с неба спустилась милость, и этой милости я искал. Так что же делал я все эти годы? Зачем я жил и куда спешил? Теперь в обломках былой свободы ищу остатки живой души. Она пришла, и душа согрелась, и стало радостно и светло, и красота никуда не делась, она всегда побеждает зло. Да. Она пришла, изменилась в том королевстве тусклых зеркал. У меня, кстати, вот как у апостола Павла, да, мы все видим сквозь зеркало, угу. Ну, сквозь стекло, тускло, да. А когда приходит любовь и вера, у нас прозрение, и запахи, и цвета, и все. И мы летаем и порхаем, у нас любовь, даже земная любовь окрыляет. А что же говорить о небесной? Да. Один старец закрывал специально, значит, у него он в пещере жил, и был вид на
пещеры вот, ему мешал этот мир созерцать вот, обыкновенный мир. Да. А старец Паисий, когда он вышел на улицу и спросил брата, что так темно? Он говорит, ты что, отче, смотри, солнце светит, день. А он на молитве созерцал вот, мир божественный. Потому что когда вышел на улицу, было, ему было темно, он думал, что это ночь. И шел какой-то брат, говорит, отче, ты что, во всю вот, день, жара и лето. А для него это... Так вот, мне кажется, что вот это наше стремление к этому миру, к свету, оно заложено уже изначально. Конечно. Мы... Вся наша жизнь – это возвращение. Да, в это райское состояние. Дай Бог, может быть, дай Бог нас, ангелы встретят по нашей жизни. Я лично не знаю, у меня столько грехов. Вот, ну, особенно видят люди мои грехи. И вот эта ваша песня, что там? «Я не прощу» вот это? Да, вот «Я не прощу». Вот что «Не прощу»? Почему? Ну, это я. Да? У меня... То есть не обиды, такая белая обиды... пушистая? Нет, что вы. Я очень обидчивая. О. Ой, я так обижаюсь. Меня так это гложет часто. Потом, конечно, я понимаю... Господь вот посетит, думаешь, дура, ну дура, иди, кайся, ну что ж ты. Я обижаюсь, да. Ранимая. Очень ранимая, прям себя любивая, видно, слово мне не скажи. Ну, это все от любимых людей, вот именно, которые близкие, если кто-то да. что-то, мне как бы все равно... А если с человек близкими, близкий, это сложнее всего. Да. Ой-ой-ой-ой. Вот они же про тебя все знают. Так вот. Их уже не обманешь. И на мякине не проведешь. Так, да. Вот. Они же все следствия, последствия, все причины. Они все знают. Знают, да. Все видят. И когда близкие делают какое-то замечание, да, наверное, надо послушать их. Наверное, это же наше зеркало. Да, потому что оно же не просто так пришло им в голову это замечание. Часто очень дети обличают нас. Очень часто. Один раз был такой случай, когда наш сын, вот он всегда переворачивал суповую тарелку. То есть ему было где-то год-полтора, мы его садили за стол, и папа ему уже держал руки, чтобы, ну, держал его на коленках и руки его держал, чтобы его покормить. Одной рукой он держал его две руки, а другой рукой он кормил его с ложки. И, в общем-то, он опять отпустил ему почему-то руки, может, что-то хотел взять, и он опять перевернул эту тарелку с супом. Папа наш уже, да что ж такое, да сколько это можно, и что мне с тобой делать? И этот ребенок, которому год, он говорит, смирись, папа. Откуда он это взял слово, да, год ребенку? Он говорит, смирись, папа. Мы вот так сидели и думали, Господи, спасибо тебе, что ты нас вразумляешь. Но он потом, впоследствии перестал тарелки? Да, конечно. Или ты во что-то другое выросло? Нет, это прошло, это прошло. То есть разные периоды, надо понимать. И папа понял, что да, действительно, что мне тут... Кипишевать-то, надо да. смириться. Да. И будешь уже, во-первых, ты будешь воспринимать это по-другому, и все будет проще уже. То есть не подключать эту гневательную сторону души, нет, а просто посмотреть и понять. Да, лучше сразу же понять, почему это происходит, как. Ну, пройдет это, наверное, подумать. Угу. Это просто период. Родителям надо быть как-то вот похитрее с детьми. Я иной раз, ну, надел дело, бери тряпку, убирай. Они то, что там, а, вот я буду кричать, ну и смысл какой, да, ему будет плохо, мне будет плохо, день на смарку. Сделал, иди убирай за собой. Я пошла чай пить. Сколько у вас секретов и уже премудрости, тоже на целую книгу. И песен на эту тему. Да, не знаю. Как нам, никак нам не обойти вашу семейную жизнь, не объехать. Все равно, все туда упирается, в семью. Но это и правильно, потому что с семьи все начинается. Вот вижу на исповедях, вижу, что все это началось в семье. Все. Приходят родители, жалуются на детей. А
А что жаловаться-то? Да. Я говорю, так это же ваше яблоко. Да. Это ваше зеркало. А вот он в компьютере сидит. Так дни и ночи. Заберите компьютер. Работать не хочет. И, значит... Я говорю, ну вы же позволили как-то это сделать. Ну, это же вы все сделали. Да, да. Купили, компьютер вы купили, мы... Да. Угу. Вот, разрешили ему сидеть? Разрешили. А почему? Пусть сидит. А вдруг он на улице в плохую компанию попадет. Да. А теперь его на улицу, на работу. Даже на работу. На работу, наверное, да. Да. Нет. Потому что он в ауте, он не умеет. Он, кроме виртуального мира, он не умеет нигде не общаться, ничего. Так и играть все. Дети не умеют. Мама, папа кормят, поют. Очень много таких сейчас детей. Это инфантильные молодые все люди, классно. Которые сидят, вот не видят живой жизни. Меня вообще домой было не загнать. У меня с ремнем в 11 вечера, и я в этом состоянии кислородного шока, я садился делать уроки, я смотрел эту книгу, у меня глаза слипались. Но когда я добирался до постели, у меня под подушкой был Майн Рид. Что такое Майн Рид? Майн Рид – это писатель. А-а-а. Там «Всадник без головы». А я уже думаю, может, какой-нибудь этот... Дык-дык-дык. Тогда еще ничего не было. Я закрывался, значит, с подушкой, и там читал какие-то прерии, ковбои скачут там. Вот, я вместе с ним скакал по прериям. И вдруг, я не понимал, что происходит. Отец сдергивал, значит... Я там стоял в такой позе, значит, с книжкой под подушкой и ремнем. Потому что за утром надо вставать, всем вставать, а утром меня-то не поднять в школу. Вот такая жизнь. Вот у нас старшая тоже читает, ой, зачитывается. Не было ни секунды не было. Дом родительский, надо за водой, за дровами, что-нибудь такое, помои выносить. Дом должен быть у детей. Ребенок должен выйти и встать ногами на землю. Да. Все остальное – большие-большие трудности. Мы в квартирах, мы изнежились. Нам даже уже, ой, колбасы сегодня нет. Как же я бутерброд-то буду есть, да? А в доме воды нет. Взял, пошел, ведра взял и пошел. Да? А иначе ты холодно, чай не попьешь. Берешь дрова. Мы просто жили. Мы жили, не есть с чем сравнивать. Мы и там пожили, и дети пожили. Слава Богу. То есть они... Надо возвращаться к земле. Угу. На земле дети другие воспитываются. У них есть ощущение, вот понятие «дом». Это домик, труба, дымок над трубой, собачка, кошечка бежит там. И вот и все, дерево посадил на картинке. У всех детей же это. А живут в этих клетках страшных. Ну вот, к сожалению, передача подходит к концу. Наша такая живая передача, живое общение. А мы думали, что, как получится. Да, переживали. Ну вот, время пришло последней песни. Песня «Не унывай». «Не унывай». Это как бы и напутствие, да? Напутствие ко всем, да, конечно. Не унывай, друг, не унывай. Если упал, то сейчас же вставай. Кайся в грехах, одолев стыд и страх. Бог тебя ждет, ты покайся в грехах. Не унывай, в жизни не унывай. Битву с врагом только не проиграй. Помни о том, мир Господь победил. Не унывай, на Него уповай. Жизнь пережить нужно воинам быть, душу свою от набегов спасать. Можно врага покаянием разбить и лишь смирением его побеждать. Не осуждай, друг, не осуждай, люди грешат, но себе ты внимай. Видеть свой грех тяжелее вдвойне. Не осуждай, лишь с собой будь в войне. Не осуждай,
Слышишь, не осуждай, Бог запретил нам судить, так и знай. Если упал друг твой, ты не зевай. Не осуждай, помоги, руку дай. Жизнь пережить нужно воинам быть. Душу свою от набегов спасать можно врагам. Покаянием разбить и лишь смирением его побеждать. Ты не ропщи, только ты не ропщи. Жизненный крест свой достойно неси. Видит Господь все страдания твои. Взял, если крест, то неси, не ропщи. Жизнь пережить нужно воинам быть. Душу свою от набегов спасать можно врагам покаянием разбить и лишь смирением его побеждать. Не унывай, не осуждай, ты не ропщи, смело к Богу иди. Спасибо, Господи. Дорогие мои, передача «Лаврские встречи» закончена. Спасибо, Марина, что к нам пришли. Спасибо, Господи. Спасибо, вот, особенно большое спасибо мужу вашему Геннадию. Меня так и представляют, что сидит Геннадий дома у окна, на нем сидят 7 детей, и они ждут маму. Он дает возможность вам, вот, я думаю, что это его большая заслуга в этом, себя вот, творчески проявлять. На самом деле мы вместе с ним, а сидит бабушка. Бабушка. Тогда бабушке большое спасибо. Божьей помощи, ангела-хранителя. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. До свидания.